Поэт в Самаре больше, чем поэт. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня самарские поэты Алена и Роман Самсоновы. Здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Как настроение? Как лето? Ну, настроение хорошее, в общем, летнее. Настроение жаркое, да. Жаркое настроение. Слушайте, ну, первый вопрос такой. Где все-таки поэты берут вдохновение, где черпают свои истории, свои... темы, наверное, как-то так. То есть откуда вы берете все для того, чтобы создавались ваши произведения? Ты вот откуда берешь? Ой, ну, мне, честно говоря, вот сложно сказать источник. Знаю, что это, как правило, вещи достаточно спонтанные, приходят они внезапно. И проблема скорее не с тем, откуда приходит, а с тем, как это вот не расплескать, донести там, ну, может быть, не до листа там, до компьютера, потому что вот был у меня случай очень обидный такой немножечко, да, когда я вот бежала на работу, несла в голове строчку, которая только-только прямо родилась, вот, и думаю, сейчас вот запишу там, и навстречу мне вот девочка с рекламными листовками, там, межкомнатные двери, и она все это на меня так вывалила, и все, и моя строчка обрушилась, я ее просто забыла напрочь, вот, и это было очень печально, ну, а вообще... Вот, я не знаю, ты сейчас вспомнишь, не вспомнишь, вот у Романа есть как раз стихотворение на эту тему, когда приходит вдохновение. Да, есть как раз оно коротенькое. Вдохновение приходит во время беды. Иногда при отсутствии света, воды. При работе плохой унитаза, при удушливом запахе газа. При повышенном запахе газа. При пожаре, при землетрясении и почти никогда в воскресенье. То есть эта штука такая, да, обманчивая. Ну, наверное, все-таки... Нет, просто должно быть состояние немножко сдвинутое от какой-то гармоничной точки, чтобы какое-то движение пошло, да, вот, наверное, так. Вот вообще, если серьезно, то вдохновение часто, настоящее вдохновение часто приходит... во время общения с близкими тебе людьми. Близкими по духу, по разуму. Вот. И мне лично повезло, у меня как бы среди там, друзей-литераторов самарских, среди людей-литераторов самарских достаточно много друзей, близких действительно, да? И вдохновение приходит во время общения с ними. За что им, да, как бы я благодарен всегда внутренне. Вот хочется еще тоже такой момент... Дома где-то, я не знаю, разложены ли у вас по квартире, в ванной, там, возле кровати, листочек, ручка, чтобы вот успевать как раз записывать какие-то строки и мысли, из которых потом что-то родится? Или вот Алена говорит, не успела запомнить, Ром, может быть, вы успеваете запоминать и доносите до нужного места? Или вот как себя поддерживать в этом смысле, чтобы ничего не упустить? Мы не педанты, к сожалению, в этом смысле. Ничего у нас не заготовлено, ничего нигде не разложено. Вот, успел действительно в голове удержать, там, да, донести до чего-нибудь. Но вообще у меня лично мысль сначала все-таки отлеживается в голове. Я еще думаю, стоит ли она того, чтобы ее, да, куда-то вообще записывать. Потом она отлеживается где-то в записи. Вот, и уже там через какое-то время, поняв, что это в принципе достойно чьих-то еще глаз, ушей, ну вот тогда уже... То есть такая внутренняя цензура, вот у меня она многоступенчатая, многоэтапная. Сколько лет вы в поэзии, так вот скажем, Ален? Ну, мне немножко сложно ответить как бы вот так вот. Вот ну, я имею в виду, вы с детства начали как-то или в юности? В детстве были какие-то, да, опыты, попытки. Угу. Там, правда, практически ничего не осталось, потому что это вот как-то все так... Ушло, не особенно, видимо, я так оценивала, да, свое творчество. Потом был какой-то такой период пустой, снова все это всплыло где-то в годы, может быть, студенческие, и там были больше песенные стихи. И опять ушло, как-то творчество переходило в другие виды, там вот то, чем я занималась, в общем-то, кино и так далее. Вот. А сейчас вот как-то, может быть, последние года 4, вот, вдруг заново. Ну вот у Романа, я думаю, что все-таки по-другому. Да, я четко как-то у меня вот до поэзии сразу после. Я начал писать где-то в 87-88 году. Ничего себе. Да, с тех пор делаю это регулярно. И где-то в 90-91 у меня даже сложился такой фан-клуб небольшой. То есть появились люди, да, которым это дико понравилось. Вот, и они меня это вдохновило дальше. Потом как бы фан-клуб растворился в небытии, да, я, так сказать, долгое время писал в стол, в карман, там, да, за пазуху. Сколько, 2, что ли, года назад, да, или год где-то назад?
сейчас о чем хочешь сказать? Я хочу сказать, вот когда у нас были эти тайм-кафе и прочие... Ну, это последние три года как минимум. Последние, да, последние 2-3 года я со своими текстами вот взял и вышел на... В люди. В люди, да, на, сказать, на эстраду, вот в это, на площадке тайм-кафе. Вот, и опять всем все понравилось, и вот, сказать, а еще через, прям через год меня официально назвали поэтом. Теперь теперь приходится соответствовать. Это профессия или хобби для вас, да, вот в данный момент времени? У вас есть какая-то другая работа, да, например, а это уже творчество? Или вот есть, во всяком случае, пожелание такое, может быть, всецело себя посвятить поэзии и считать это уже своей профессией, своей работой? Ну, что касается меня, у меня есть другие профессии, хотя они все равно связаны со словом, вот, потому что, как бы, это, например, сценарий к фильмам там, и так далее. Ну, и, может быть, там в профессиональную область я ушла, когда вот писала одну из пьес для театра «Самарта», «Жених змей», вот, потому что это пьеса в стихах. Ну, то есть вот в этом плане, конечно, да. Это уже, это работа, да? Ну да, это работа, ну, да, она, это принесло денежки, мы съели потом. Далее, да. Ну, то есть это все было. Ну, в общем-то, с другой стороны, вот, я поэзию как работу, конечно, и, наверное, слово «хобби», мне кажется, тут не подходит. То есть ни то и ни другое. Это скорее вот такой способ общения с миром как-то и желание вот таким образом себя выражать. То есть, в общем-то, это, я к этому отношусь достаточно легко, и как на способ заработка, наверное, не смотрю и смотреть не буду. Ром, вот, для вас профессия это или все-таки это около профессии? Это около профессии, конечно. Вот. У меня так получилось, что по образованию, по одному из образований я философ. Вот. И поэзия стала для меня в итоге площадкой, где я, так сказать, некоторые философские теории современные, там их отрабатываю. Поэтому это такое серьезное, глубокое увлечение. Я боюсь, что без него я уже не, так сказать, я не я. Но не профессия, конечно, да. Денег это не приносит никаких, скорее наоборот. Ну вот, да, когда, например, надо выпустить сборник. Да, хотя вот там сборник, да, сборник выпустили, и, в принципе, его покупают, как ни странно, да, но это как бы, чтобы вернуть денежки, да, вложенные в эту бумагу. Вот, слава богу, вернулось, да, то есть я заметил, что людям это как-то интерес появляется, они с удовольствием это берут в руки и как бы, и, да, с удовольствием отдают за это небольшие суммы. Слава богу. Да. Вот хотела как раз уточнить, вот смотрите, насчет публики, насчет людей, которые, да, воспринимают. Все мы разные, все мы с какими-то своими предпочтениями и так далее. В школе, понятно, мы учим классиков и воспитывают нас на классиках. Современная поэзия, она уже, она так разветвляется. Кому-то ближе там какие-то такие направления, кому-то другие направления. Насколько люди откликаются именно в том плане, что им близки те темы, которые вы затрагиваете, тем более, что вы выступаете на открытую публику, да, занимаетесь чтением своих произведений. Откликаются именно тематически. Я не говорю о том, что кто-то, да, может оценить там в рифму, не в рифму, да, или там можно было как-то по-другому. Тематически и духовно есть вот этот отклик, что затрагивают вы те темы, которые на данный момент интересны людям? Я на своих концертах, да, это уже можно так назвать, у меня длинные были сольные выступления, там до полутора, почти до двух часов доходило. Да, это когда я непрерывно читал только свои стихи, да, больше ничего. И люди не просто выдерживали, а как-то вот впадали в какой-то транс через некоторое время. Им внутри как бы этой атмосферы созданной было хорошо. И это было видно, что им хорошо. И потом я уже, так сказать, заканчивал выступление, и так как бы из этого выходили. То есть я при помощи слов, которые я там составил вместе, да, и звуков, которые я из себя извлекаю, вот на полтора, там, два часа могу создать для аудитории людей некое такое вот пространство, где им хорошо, уютно, не глупо, да, и, то есть время потрачено не зря. Есть ли это и есть отклик, потому что, вот, так сказать, что я просчитал все ходы, да, я написал текст, и я вышел с ним на люди, и люди прямо вот откликнулись, как я запланировал, никогда такого не бывает, никогда. У меня есть несколько стихотворений, которые сами по себе вдруг стали хитовыми.
И бывали, да, там выступления, когда я читаю что-то, и мне говорят: Ром, ну почитал, молодец. Теперь, пожалуйста, вот это, про муху нам, пожалуйста, почитай. Хит теперь вот этот. А он написан случайно в качестве шутки там какой-то, да, и вдруг бац, его все хотят. Вот. Но в любом случае это какие-то искренние отклики, да, и я всегда их очень ценю. Вот навели вы меня на вопрос своим рассказом. А можно ли сказать, что даже в поэзии, да, ну, может быть, не даже, а вот в данной ситуации есть попса, да, которую все, может быть, хотят и просят, есть как какие-то произведения более глубокие, не все готовы так раскрывать душу, и есть какие-то вот такие еще направления? Есть, несомненно, есть попса как стиль. Но, поверьте, я знаю, как бы, да, как минимум одного очень хорошего, очень качественного поэта, который в Самаре, да, который сознательно придерживается вот этого стиля попсового. И я сам с удовольствием слушаю его новые вещи и жду их. Вот совершенно замечательный. Вот. И, наверное, он мог бы, и, может быть, там даже где-то там для себя он что-то пишет другое, но на публику он всегда выходит с очень четким форматом. Это попсовый формат. Вот попробуйте так написать, не получится. Это надо какой-то талант иметь, да, помноженный. Мне кажется, в любом случае талант. Талант именно к этому направлению, наверное. В поэзию, да, конечно, можно там заплатить взятку, да, и стать поэтом, но это не поможет потом никак. Без таланта там. Что в стихотворных произведениях, на ваш взгляд, важнее, что ли? Рифма или мысль, которую ты пытаешься выразить? Всегда ли нужно придерживаться того, чтобы было жесткое сохранение рифмы? Давай, Салена, или, это, или иногда можно отступить от этих правил ради того, чтобы все-таки донести мысль, которую вы хотите? Ну, мысль-то нужна обязательно, в общем, потому что как бы передать ощущение, да, передать атмосферу, вот это обязательно. Ну, а рифма, в общем, совсем не обязательно, ведь, как известно, есть такой... Да, жанры, как верлибр, где рифма-то и не предполагается, но тем не менее, как бы стихи, это написанные стихи. Да, в этой форме, они благополучно существуют, и, в общем-то, и у нас, и не у нас, и так далее. Поэтому, в общем, ну да, это просто вот как бы такое народное определение стихов. То есть рифма есть, значит, стихи, да, а уже остальное как бы... Рифма без мыслей, да, деньги на ветер. Вот, а рифма... Это такое упражнение, скорее. Рифм на самом деле существует великое множество видов. Открытые рифмы, там, спрятанные, скрытые, ритмические рифмы. Их очень много. Человек слушающий, да, вот хотя бы обладающий минимальным талантом слушать, не все же могут музыку слышать там, да, или красоту там в каком-то шуме ветра, а кто-то может. Точно так же в поэзии. Люди, которые в принципе способны эту рифму слышать, они интуитивно, так сказать, различают. И им хорошо. Главное, чтобы было хорошо. Предлагаю зрителей начать знакомить с вашим творчеством уже вот так, по-настоящему воочию. Кто готов первым приступить к прочтению какого-либо произведения? Дамы вперед. Дамы вперед, Алена. Это коварно. Расскажите, что вы будете читать? Ну, я, в общем-то, прочту стихотворение, где-то оно, наверное, да, зимой, ну, примерно с полгода назад написано. Собственно, я так могу чуть-чуть предварить просто тем, что был у нас разговор с одной знакомой девушкой в свое время, которая так с удивлением сказала: вот я не понимаю, когда стихи там вот не о чувствах, не о любви, вот это же не стихи, это странно, когда там про табуретку пишут. Вот. А мне как раз всегда очень нравится и там, и у больших поэтов, и, ну, в принципе, когда пишут о вещах обыденных, потому что, ну, это то, что происходит вот с тобой сейчас, вот, не в каких-то империях там витать и так далее. Ну, вот, и поэтому, когда у меня что-то похожее получается, складывается, меня этот момент очень радует. Вот. Ну, вот примерно из этой примерно области. Примерно про табуретку. Примерно про табуретку, да. Вот. Варила, гладила. Читала о мышах, сменила то, что названо постелью, умыла фикус, чтобы не зачах, кормила мужа, в общем, с той же целью, купила сахар, масло и вино, искала фото, вспомнила из детства, в окно смотрела, черт, уже темно, и в зеркало из чистого эстетства, крутила кудри на карандашах, сменила мысль с практичной на шальную, вновь перед сном читала о мышах летучих, где живут и как зимуют. Слушайте, здорово, очень легко и очень действительно по
можно себя даже увидеть, узнать. Да, там, да? Мне кажется, много женщин могли бы себя в этом найти. Деталюшек, да. Такой момент, пока Роман выбирает, что он будет нам читать. Такой момент. Отличается мужская поэзия же от женской, да? То есть это же разные все равно вещи. И можно, когда, даже если в стихотворении не звучит род, да, там, ну да, там была она, или там было, вот что такое. Можно же понять, что мужчина это написано или женщина, или не всегда. Вот интересен этот момент вам как творцам? Я думаю, что да, этот момент интересен. Скажем так, есть стихи хорошие, по которым непонятно бывает, мужчина или женщина их написали, и чувства одинаковые. Есть женские стихи, есть мужские стихи, то есть чисто по восприятию, может быть, мира, по восприятию каких-то отношений. То есть ни в том, ни в другом нет ничего, так сказать, плохого и зазорного. Кстати, вот мы с ребятами-студентами театрального факультета однажды проводили такой маленький эксперимент, когда я им читала малоизвестные стихи известных поэтов, а они пытались угадать, кто это. Да, кто это, хотя бы, пусть даже там не автора конкретно, хотя в некоторых случаях у них получалось, хотя бы время, когда это написано, там, начало 20 века, там, середина или конец, и опять-таки вот он или она писали. И вот в плане как раз пола и то не всегда получалось. Вот поэтому, в общем... Было очень любопытно, когда потом говоришь, а вот этот, ребят, это Маяковский. Да! С Маяковским всегда много сюрпризов. То, что мы учим в школе, к сожалению, не отражает его полную картину. Роман, готовы ли вы? Да вот вроде бы готов. Между чем и чем вы выбираете, может быть, я вас направлю? Я пытаюсь найти, вот в этой замечательной своей книжке, пытаюсь найти текст, в котором... Ну, там хотя бы будет не очень много алкоголя. Вот, или... 18+, чтобы не ставить. Да. Ну, вот, наверное, попробую сейчас. Вообще, по поводу женской и мужской поэзии. Да, вот мне тоже всегда казалось, что это легко отличить, и это должно отличаться, и отличается, и сходу можно угадать. Вот, но я посидел в составе нескольких жюри там, на фестивалях и конкурсах, и столько раз ошибался. Да, что вот теперь уже не верю как бы ничему. И даже там, где в стихотворении написано там «я пошел» там, или «я пошла», совершенно это ни к чему не обязывает. Люди, пишущие, страшно любят притворяться не собой, да, проигрывать какие-то чужие роли, ходить куда-то, где их до этого не было, нарушать какие-то границы, в том числе и гендерные. Делают это с великим удовольствием, иногда с таким мастерством, да, что диву даешься. Зачем-то это людям надо. Ну вот, наверное, я вот это вот выберу. Тяжелый выбор делает Роман. Да-да-да. Ладно, вот все-таки вот это вот, с сентября начну. У нас скоро сентябрь. Скоро сентябрь. Скоро сентябрь, да. Сентябрь. Раки и арбузы. Дожди, дороги, отпуска, сплошные дети, школы, вузы, и возбуждение, и тоска. На солнечных полянах кошки вбирают теплые лучи. Самара, книжка без обложки, ладья, вакана, струкачи. И у соблазна на пороге я увольнением дышу. Необязательные строки необязательно пишу. Слушайте, я так понимаю, что это не единственное стихотворение, которое Самара навеяло, да, так скажем? То есть вы упоминаете и ладью, и струкачи, и что-то. То есть вам близок, да, наш город, как темы для ваших произведений? Я вообще решил в какой-то момент позиционировать себя как именно такой феномен самарского поэта. Да, то есть выйти в люди не просто как абстрактный некий поэт, да, а именно как самарский. Но в каждом стихотворении Долдони там слово «Самара, да, я тебя люблю» это ерунда, это неискренне. Да? Вот, поскольку я действительно живу в этом пространстве, я им пропитан, и было бы грех не использовать там, да, свой какой-то словесный талант, чтобы это как-то не выразить. Вот. И вот набралась, да, как раз такая книжка между Самарой и Волгой, где я попытался все это собрать. Слушай, ну много же художников, например, да, там, пейзажистов, которые именно наш край очень ценят и любят. И я так понимаю, что и для словотворцев, да, есть вот эти вещи. Что вам больше всего, что цепляет в нашем городе вас как поэта? Вот я услышала про Струкачи, услышала про Волгу. А что еще? Пространство.
Само по себе. Само по себе, да. То есть для меня Самара — это, ну, город, конечно, город, да, куда же без него денешься, но это удивительное совершенно место на глобусе, на карте, да, это пространство совершенно уникальное. Ну, это банальность, да, об этом многие знают. И для меня вот это сочетание большой реки, большого открытого пространства, которое всегда перед глазами у самарского жителя, да, у самарского человека, и вот это постоянно жужжащий город за спиной, который за спиной, хочется его все время за спиной оставить. Угу. Вот эта двойственность, да, жизни самарского человека, она мне всегда, для меня всегда интересна как объект исследования. Она и вдохновляет, она и напрягает иногда, да, она и любишь ее иногда. Вот. Это ночь, за вечер, да, в Самаре. У нас одни из самых красивых закатов в мире. Их можно там за валюту продавать. У нас вот эти улочки, которые... Старый город, вы имеете в виду? Старый город, конечно, да. Которые совершенно неописуемые. Почему-то там итальянскими двориками, такими же зачумленными, да, все восхищаются. А самарскими двориками вот ничуть не лучше, там, не хуже, точно так же примерно зачумленными, да, мы ими возмущаемся, как бы их вот вычистить, окультурить там. А есть романтика, да? Ну, на самом деле. Мы не очень привыкли понимать, что это очень большая ценность. Угу. Вот люди, которые со всего мира, там иностранный наш этот турист вожделенный, да, когда он сюда в Самару приезжает, в русскую провинцию, куда-то на другую планету на самом деле он приезжает. Что ему здесь интересно? Мы же этого представить не можем. Это уже философ, мне кажется, да, у вас говорит. Ну, философ городского... У нас, к сожалению, 3 минуточки до конца остается, еще хочется кое-что обсудить. Вот смотрите, есть такая вещь, как стихи от души и стихи там на заказ, да, к примеру. То есть то, что у тебя рождается самостоятельно, без твоей воли, и то, что там тематически, да, ты пытаешься отразить и так далее. И с тем приходится сталкиваться. И что лучше для вас? Все-таки от души или... себя тоже переламывать и даже на тему, которая тебе не близка, но тоже смочь это сделать? Ну, в этом, так скажем, большой необходимости нету. То есть, да, это, такие моменты случаются, но это не воспринимается как поэзия. Угу. Все вот это, там, сборники выходящие, то, что как бы волнует по-настоящему, это все от души, это даже как бы не обсуждается. Ну, то есть, вот это «проснулся среди ночи со строчкой в голове» — это... Ну да, это, разумеется. Это только для души. Не заказ. Вот. А когда пишешь какой-то текст за денежку, то там совсем другие правила работают. Это скорее такой словарный, словесный, филологический дизайн. Угу. Ты составляешь то, что нужно в данный момент человеку, другому, постороннему, там, на банкете произнести. Угу. Если на банкете человек будет душу раскрывать, будет плохо. Еще, ну, еще такой момент хочется затронуть. Все-таки современная поэзия, она жива, она развивается, она есть у нас? Или мы остановились где-то вот в середине 20 века и... наши современники классиками не станут через 100 лет? Или как? Как на ваш взгляд? Нет, ну, по-моему, все-таки развитие есть, оно, так сказать, наблюдается. Вот, и есть замечательные поэты, которые живут сейчас, пишут сейчас. Ну уж там, кто станет классиком, конечно, время, понятно, рассудит. Вот, но я думаю, что как бы, процесс не остановился, это по-любому. Полминуты. Есть надежда на светлое будущее? Есть, потому что те классики, которых мы называем классиками, это люди, которые писали в период становления поэзии. Сейчас период уже достаточно стабильный, и вот как только наметится какой-то рост куда-то, этот человек станет классиком. То есть поэт-классик — это всегда, там, не знаю, Магеллан какой-нибудь, Колумб. То есть это всегда первооткрыватель чего-то в каком-то пространстве филологическом. Когда-нибудь начнем в школах изучать современных самарских поэтов? Хотелось бы? Хотелось бы. Хотелось бы. Важно? Важно, нужно. Вот важно, чтобы современные самарские поэты просто писали хорошим русским языком. Этого более чем достаточно. Спасибо вам огромное, что пришли. Я вам желаю творческих успехов. Будем читать ваши произведения. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. До свидания.